Министерство обороны Азербайджана в субботу 8 мая на официальном сайте ведомства опубликовало обновленный список военнослужащих, павших шахидами в Отечественной войне. Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2895 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шахидами в Отечественной войне и похороненных до 8 мая, а также 19 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Да упокоит Аллах души наших шахидов, склоняем голову перед их светлой памятью, говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.